Круизы по Каспию планируется начать через несколько лет. Тогда же будут достроены корабли для такого морского путешествия. В планах остановки лайнеров в 5 портовых городах, в том числе и в Актау. Приморский город уже готовится к приему туристов. Там приводят в порядок инфраструктуру. Попытки совершить морские прогулки в другую страну уже предпринимались. Первый круиз состоялся 10 лет назад, когда российское судно «Мария Ермолова» зашло в порт Актау. Но проект оказался нерентабельным. Следующее круизное судно с 87 туристами причалило в порту Баутино в 2015-м. Теплоход типа «Река-море» не смог пройти до Актау. Туристы из России в течение нескольких дней знакомились с Мангистауской областью. Планы на следующие годы у организаторов были грандиозные, но из-за разницы в законодательствах обеих стран судно больше не впустили в казахстанские воды. Но круизом по Каспию все равно быть, считает инициатор проекта в Казахстане Евгения Слюсарева. Это прорывный проект, да, вот на туристском рынке, потому что никогда такого не было и нигде такого быть больше не может круиза по Каспийскому морю. Поэтому, конечно, это очень важный такой вот проект для всех государств. И поэтому нужно, я считаю, что нужно объединиться, нужно приложить какие-то усилия и нужно этот проект обязательно развивать, потому что это очень перспективно. Для организации круиза по Каспию необходимо решить ряд вопросов. Один из них – визовый. Тем временем лайнер уже строят Россия и Иран. Спустить суда на воду обещают уже через несколько лет. К тому времени в Мангистауской области достроят порт Курык. Если бы была такая возможность нам путешествовать с семьей, с друзьями, повидать другие страны, которые находятся на Каспийском море, было бы очень великолепно. Если будут прекрасные лайнеры, если будут прекрасные услуги качественные, если будет та же кухня хорошая, компания хорошая, я думаю, это очень замечательно. Туристам Каспий вдали от берегов практически неизвестен, ровно как и не все бывали и в прикаспийских государствах. А между тем, в каждом есть на что посмотреть. Спецпрограмму для гостей с моря готовит и Актау. Первым государством, которое инициировало круиз по Каспию, стал Казахстан. Остальные страны поддержали идею и уже разрабатывают собственные маршруты. Ирина Камышова, Ринат Дусалиев. Итоги дня. Мангистауская область.